Я Зуева Татьяна Юрьевна, проживающая по адресу город Волжский, улица Королева, 4. И хочу рассказать о проблемах нашего дома. Управляющая компания не содержит наш дом абсолютно. У нас окна старые, рамы сгнили, вываливаются, стекол нет. Ставят, если ставят, в лучшем случае поликарбонат. Двери входной нет, то есть гуляют сквозняки. Отопление у нас батареи еле теплые. Уборка проводится некачественно. Управляющая компания заявила, что она вообще не обязана убирать наш дом. Косметический ремонт проводился лет 25, наверное, назад. Лампочки вкручиваем сами, раковины ставим сами, газовые плиты покупаем сами. Очень большая квартплата. Вот за 13,6 квадратных метров и 4 проживающих 4735. Мне бы хотелось, чтобы администрация нашего города повлияла на эту компанию ООО «УК «Наш дом». Поучаствовала в ремонте, ну и следила за действиями самой управляющей компании.